Ты специально приглашенный коуч, инспектор Ян. Headboard and sideboard. No calls, no illegal wealth. Возможно, тебе кажется, что это сложно. На самом деле это не так. Смотри, это задняя часть. Давай я пройду наперед. Почему наперед? Потому что трейлер начинается с головы. Передняя стена и боковая стена не имеет дырок, не имеет нелегальной сварки. Эти стены, они стоят, и они, ну, типа, удерживают мой груз. То есть оно все циклично, все запоминается очень легко. То есть, блядь, просто мать, повторение, мать учения. Дальше, то есть ты сказал, no hose, no illegal weld, правильно? Hold my cargo. Спускайся вниз, смотри. Floor, pole, no holes, не имеет дырок, no illegal weld, нету сварки. А я не знаю. Я просто задницу еще не выучил. Осталось. License plate clean. Ага. Visible. А, бампер. Crack. Slightly damaged. Half missing. Bumper. Not full present. I must do report to my mechanic. Еще раз, tire is straight. Straight. Three depth more than 42 inches. Ага. Не, ну, нету давления, поэтому они не вылезли. Да. Все. Мы вот так вот сдаем, короче, учим на охуенной технике. Но это не главное. Главное то, что мы знаем, что техника должна быть исправна. Что вот такого, то, что здесь есть, не должно быть. Okay, we come out from our garage, and parking parallel to DOT line. Hop, little more. Yep, enough. Wonderful. Amazing. What do you feel when you do everything correctly? Feeling? Что ты чувствуешь, когда ты сделал все правильно? Я чувствую. You are Superman, superhero. Yeah, you are professional driver. Yeah, bro. Wonderful. Congratulations. Best guy. Best student in this school. Railroad in the city when you're driving. The railroad when you're sitting when you're driving is not functional, okay? Before and after you cross. Understand? Yeah. Not am I ish? Da. Okay. Погнали. Слушай, если не хочу этого делать, я не готов. Ладно тебе. Слушай. My safety belt. My safety belt. Secure to the truck. No cut, no rips, no any damage. Sir, I have three emergency triangle. I have traffic two way. I put one triangle behind me. Да, руки для этого надо держать на руке. Смотрите, вот когда держите на руке, у вас работают две руки. Вы левую снимаете, engine off и on. Ложишь и правую valve и. Все, вот они встали. Pressure, stabilize. Видишь, они не двигают. Да. Это твой пушрод дошел в щендер сейчас. Он закрыл давление. Если там где-то есть утечка, оно будет показывать, что у тебя оно уходит. Вот видишь, как этот, например, он вообще сильно уходит. Да. И нижний уходит. Пацаны, один из них хоть раз дернулся, уже 4, 50 и 100. Видите, кто-то сделал.
насчет мамы что хочу сказать. Так просто совпало, что на сегодняшний день она приехала, ей одобрили визу. Она прилетела, у меня как раз вышла школа. Поэтому то, что ты сейчас смотришь, ты смотришь, грубо говоря, три в одном. Ты смотришь мой отпуск, как я отдыхаю, хотя я не отдыхаю, я в школу хожу. Ты смотришь, как мы с мамой путешествуем по Америке. Как бы я в школе, да, заканчиваю школу, и я очень сильно хочу показать маме Америку. Ты уже видел, мы были Key-West остров, мы были Хайнес-Сити, Орландо, Блю-Спринг. Именно для того, чтобы не пропускать крутые события, крутой отдых и всегда знать, где это и что это, подписывайся на канал, следи за каналом, следи за видосами, следи за выпусками. Обязательно ставь свой комментарий, свои пожелания. Может быть, ты, именно ты посоветуешь мне, куда пойти и где побывать. Насчет даты моего экзамена, к сожалению, мой экзамен как-то очень странно так переносится. То есть я пришел, спросил, когда возможно, сказали, возможно, мы тебе сделаем пятницу. Я такой, хорошо, давайте сделаем пятницу. Вечером мне говорят, ой, извини, пятница уже занята, возможно, сделаем субботу утро. Я говорю, хорошо, пускай будет суббота утро. Сегодня вторник, я спрашиваю, так что записали, точно суббота, все отлично, я готовлюсь. Понедельник, возможно, понедельник, начинаем листать свой журнал. Он такой, блядь, понедельник занят, вторник. В общем, что я могу сделать? Я могу только сказать, окей, у меня уже нет выбора. Тратить на вас мои нервы, злость и агрессию нету смысла. Ни мне от этого лучше не станет, ни вам. Я просто беру и делаю свое дело, свою работу. Просто беру вот материалы и читаю, учу и читаю, чтобы ко мне претензий не было, чтобы когда я буду в DMV сдавать непосредственно госинспектору, чтобы все было качественно. Пришли с мамой в европейскую кухню, в европейский Дели. Сейчас посмотрим, что там новенького. Может, что-то новенького. И покушаем заодно. Гречка с подливкой, с грибами, с крашечкой. Шурпа, солянка. Что у нас вышло? Дороговато, но зато вкусно. Какая прелесть. Красота какая, как они смотрели, и одна на другой. Это у тебя Флорида, тропический дождь. Шот, мы на заправке. Смотри, как оно проливает, заливает. И все тебе в лицо ветром дует. Вообще, я включил камеру, чтобы показать это. Help to Ukrainian. Данный проект идет направлен на саперов. Собираем всего лишь 20 сетов наколенника. Смотри, я все еще в процессе оформления заказа. Вот наш прайс. Я заказываю 10 штук, как ты это видел. Прекрасно понимаю, что не каждый человек в состоянии сделать донейшнс на большую сумму. Я считаю, что сейчас мы делаем что-то маленькое для большой страны, для людей с большим сердцем. Каждый человек, если сделает вот такой вот маленький donations, не надо делать, не знаю, на $100, если ты не можешь себе это позволить. Делай такой donation, сколько ты можешь себе позволить. Буквально каждый человек $1, $2, да, хочешь 5. Маленькими кусочками несколько раз, и мы снабдим всем необходимым всех украинских военнослужащих, защитников, солдат. Все мы надеемся, что это скоро закончится. Всем удачи, всем солнечного настроения. Sunway,
солнечный путь, sunshine, солнечные лучики освещают твою дорогу. И пускай солнце будет у тебя в сердце и защищает тебя.